Мотоцикл с коляской, на дискотеку вечером бухло, какое хошь, девки. Да, бать твой до войны знаешь, как стоял. А Силантий-то перед войной на дурке наблюдал, понял, весь район знал. Соблазнились люди усладами электрическими, и зато была им погибель с небес, ибо электричество — грех. Не отрекусь я от Господа, батенька. Не соблазнюсь девальщины, и обитель праведников не покину. А вам бы постеречься такое говорить, да техники бесовской касаться. За душу свою не боитесь, так побойтесь хоть святого отца нашего. Друг узнает. А кто расскажет? Ты, что ли? У Иуда. Родного отца продать вздумал? Нет, батя, я-то грех на душу возьму, утаю. А ну, как услышит кто?
Да кто ж сюда полезет, балда? Фонарь. Хорошая штука, у меня такой же был. Видишь, сын, как оно? Видишь, какие вещи умели делать? Еще раз включишь эту дрянь бесовскую, и я тебя... Спасибо, что потушил. Вови? Ну, грех, здравствуй, батенька. Браток. Здоров будь. Слыхал, крест бесовщина. К вам прибился, это хорошо. Толковый он мужик. Пропади, жалко было бы. Но да такой не пропадет. И что Катьку с малой забрали, тоже вам спасибо. Стыдобата с ними получилось. Я бы сам напросился. А что, стрелять умею. Тут после войны сначала такая жизнь была, что то кино про ковбоев. Да только сын тут у меня. Сома-поклонник по мамкиной дурости. Ну и понятно, отсюда ни в какую. А без меня и тут пропадет дурачина. Вот ты что такое кино, знаешь-то? Слыхал хоть? Грех, батенька! Общину позорите! Да перед кем? Веретику! Вот заладил. Грех, грех. Головой думать надо. Видишь как, так и живем. Ну, парень, ты иди, пожалуй. А то и вправду увидит, кто донесут. Ну и не поминай лихом. Кресту за батарейки знаешь, сколько отдал? Да я тебя... Во-первых, грех. Во-вторых, вы этой своей бесовщиной еретика накликали. Слава рыбе, мирный оказался. Больше так не свезет, небось. Ну и в-третьих, не дай бог донесут. Тогда и вам, и мне не сдобровать. Пойдемте-ка домой. И про все это забудем. И что еретика видели, и про технику бесовскую эту. Путы не было ничего. Ладно, пойдем. Вы мне, батя, обещаете, что больше никаких глупостей. Не подставляйте меня. А я вам с Ленкой в следующем году внуков заделаю. Только вы смотрите им голову, не забивайте техникой этой. Грех!
Чтобы шмару понесите. Да койку. Да. Но на паровозе. Ром с серым гранили, что у них такой. Эх, мне. Место, сука. Хлеба вам не пощелк. В рот зажмуришься. На паровозе. Есть. Серый гранили. Ну, так сильно. Ну, может, они чисто пощупать нас решили. Сколько тут еще торчат, бля? Жрать вас, магазин о нем не вопрос. Там она, дальняя дорога, воровской интерес, немой незнакомец, так держал, а сейчас чисто стрёмно. Эх, сука, чё-то рубит меня. Шмару понесите, да в койку. Да. Ах, ты чертила, да. Ты нет тут ничего. Хэд его знает вообще. Проверить тут кругом надо. На всякий случай. Ну, тут вроде все спокойно пока. Ну, тут вроде все спокойно пока. Вижу падлу! Ба-ба-ба!
Раз-два! Тушка! Сука!
Thank you.
Опа! Ну, здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем, так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост.
Пацаны там гуляют, а ты тут стой. Существо это. Не по понятиям. Реально надо. А то тут шизануться можно. Это что там за движняк мутный? Это что вообще? Так, ну, опять ни хрена. Смотрящий себе думает вообще. Поставил тут дурь. Там наверху реально что-то есть, или это глючит меня, а, пацаны?
не бросай, Питер! Не бросай нас! Слышишь? Эй, парень, выпусти нас! Не бросай нас! Пожалуйста! Не оставляй невинные души в беде! Эй, парень, выпусти нас! Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественнее. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Себя! Тебя ведь Силантия анафеме предаст! Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть? На их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, дадим ему чуток оклематься и на мост с Божьей помощью. Да, волей его.
немного, и схорчила бы зверюга эта летучая. Чтоб ей, заразе, пусто. Развелось. И не прими ее же, разве только накормить ее картечью как следует, а тень тебя грохнется и болит куда подальше, пока не очухалась. Фу, зараза.